В этом видео мы познакомимся с экраном мобильного телефона Acer Iconia Smart. Диагональ его составляет 4,8 дюйма. Разрешение 1024 на 480 пикселей, отображает 16 миллионов оттенков цвета. Емкостного типа, поддерживает мультитач, одновременных касаний 4, то есть 4 одновременных касания можно сделать на экранчике. Сейчас с правой стороны у меня лежит Samsung Galaxy i9000, это Super AMOLED матрица. Здесь обычная TFT матрица, а здесь у нас Clear Black. Ну, в принципе, очень похожая технология, как и на Super AMOLED. Ну, немножко есть различия, но тем не менее. Давайте посмотрим углы обзора этого телефона, пока без этих телефонов, которые находятся поодаль от меня. Углы обзора здесь великолепные, претензий вообще никаких нету. Единственный минус — это, ну, так скажем, не идеальный черный цвет. То есть, если вы можете видеть, я не знаю, как вам это показать, вот здесь вот, вот, с правой и с левой стороны не идеальный черный цвет. Так вот, наверное, видно. Не идеальный черный цвет, немножко идет засветка. Причем здесь сейчас автоматом регулируется яркость, и она не очень большая. Давайте на всех аппаратах поставим яркость экрана на максимум. Ну, вы вот уже видите, идет засветка небольшая. Здесь у нас Nokia. И мы... Настройки, телефон, дисплей, яркость выкручиваем. Так, ну вот. И берем Samsung с сумасшедшей матрицей его. Настройки, дисплей, яркость. А, здесь она уже на максимум установлена. Ну и отлично. Так, ну что, поехали. Мы здесь загружаем, пролистал, наверное. Все время путаюсь в этих иконках. Галерея, почему-то она теперь сверху была, слева, теперь сверху. Так. Здесь выходим. Галерея. Ну, вот у нас галерея уже открыта. Вот одна картинка. А здесь нам придется помучиться. Почему-то не открывает картинки он через галерею. Качество. И здесь выбираем. Вот вам под небольшим углом. Как вы можете видеть, яркость, наверное, побольше все-таки на Samsung. Вернее, контрастности и цветовая гамма. Под углами немножко... Ну, хотя нет, не под углами, так оно действительно немножко уходит в красноватый оттенок Acer. И здесь тоже в теплые оттенки, но не настолько, как на Acer. Но это не совсем показательная фотография. Давайте мы уйдем отсюда и запустим еще одну картинку. Вот такая. Ну, что можно сказать, давайте я чуть-чуть поближе вам сделаю. Вот так. Ну, на мой вкус, конечно, поприятнее картинка, наверное, все-таки, ну, слегка приятнее вот на Galaxy. Здесь как-то яркость не очень-то и большая, не знаю почему. А здесь идет засветка, то есть не идеально черный цвет. Давайте еще какую-нибудь картинку просмотрим. Все-таки неудобные механические здесь клавиши. Ой-ой-ой. Думал, что механика, все-таки что-то как-то не получилось. Вот еще одна картинка. Топ, не то. Вот хочу тыкнуть механической клавишу. Так, вот она она. Вот она она. Что-то как-то непонятно она отображается. Здесь вверх ногами.
Ладно, давайте перевернем. Не хочет он так нам показывать. Почему-то непонятно, как-то все наоборот. То ли перевернутая картинка здесь оказывается. В обратную сторону почему-то он показывает нам. Ну, вот как-то так. Ладно, неинтересная картинка. Давайте еще одно какое-нибудь откроем. Так, ну вот эту. Так, здесь. И здесь. Ну, вот это, я думаю, наиболее показательное. Так, как бы вам так рассказать? Значит, идеальный черный цвет это на Nokia E7. Здесь на Galaxy i9000. Ну и, конечно, здесь видите засветку достаточно сильную, но картинка очень приятно смотрится на Acer. Ну, примерно как-то так. Давайте углы обзора вам покажу. Углы обзора идеальные. Для такой матрицы идеальные. Даже под огромным наклоном у нас картинка вообще не искажается. Это, конечно, удивительно. Что же они за такую матрицу здесь установили? Но вот даже вот такая вот картинка очень показательна. Такой чистый цвет. Получается, давайте чуть уменьшим, вот так. Вот посмотрите, это под прямым углом обзора. Мы начинаем наклонять, ну, классно, не искажается. Может быть, слегка яркость уменьшилась, но оно и понятно под таким-то углом. Но картинка идеальная. Плюс ко всему разрешение 1024x480 и очень четко смотрится изображение на экране. Ну вот вам куда еще больше угол. Отличное качество, отличное. Все, всем спасибо, пока-пока.